Китайский чай – дело тонкое, и процесс его хранения считается одним из важнейших звеньев пути производства потребления. Он выдерживается так же, как благородный сыр или дорогое вино, а происходит это из-за непрерывной биохимии в чае, которая не прекращается после финальной обработки. Но прежде чем мы начнем, напомню вам про то, что вы на канале «Чайная мастерская». Все чаи и посуду из наших видео вы можете найти на сайте teaworkshop.ru. Если вам интересна тема китайского чая, то обязательно подпишитесь. Мы тут регулярно выпускаем всякое про чайную культуру. Ну и поддержите лайком, если не жалко. Ну а мы будем начинать. Чайная мастерская, лучший китайский чай, лучший китайский чай. Чайная мастерская, чайная мастерская, лучший китайский чай. Сколько хранится чай? Пункт со звездочкой, потому что однозначно ответ тут дать сложно. Любопытно, что с законодательной точки зрения в России есть очень четкие ГОСТы по сроку годности чая. Это иногда вызывает недоумение у наших покупателей на маркетплейсах, когда мы на этикетке пишем срок годности пуэра 2 года. По факту это простая формальность, которую мы вынуждены соблюдать, но к реальному сроку хранения это не имеет никакого отношения. Вот такое любопытное противоречие физической и юридической реальности. Точно известно одно: чай может испортиться, например, заплесневеть или сгнить. Правда, не совсем как остальные продукты питания, вышедшие за срок годности и ставшие несъедобными, а из-за условий хранения. Да, рано или поздно время берет верх, и любой чай когда-то потеряет свою вкусоароматику. Раньше всех выдыхаются зеленые и светлые улуны. Через несколько месяцев после сбора они теряют свою свежесть, их обычно не хранят больше года. Но тут, как и везде, есть свои исключения из правил. Например, вушу люйча, который спокойно живет более полутора лет при правильном хранении. А вот шупуэрам вообще рекомендуют отдохнуть годик рукой после обработки. Есть и знаменитые долгожители. Это крупнолистовые белые чаи, конечно же, шенпуэры. Про белые у нас есть отдельное видео. Посмотрите, если интересно. А теперь о выдержке или жизни после приготовления. Мы уже поняли, что чай имеет свойство меняться со временем. Теперь разберемся, почему. Если вкратце, то это происходит из-за ферментного окисления с участием активных микроорганизмов и кислорода. В ходе этого процесса в чае преобразуются химические соединения, а сам он становится глубже и богаче. Можно ли контролировать процесс выдержки? Ну, трудно сказать, потому что у каждого чая свой дао, и это даже не метафора. Направление вкуса при выдержке зависит и от региона производства, и от климата в регионе хранения, и от изначально заложенного сырья. Поэтому в основном вся выдержка чая остается в Китае. Климат там более влажный, чем в России, а попытка искусственно увлажнить помещение может привести к образованию плесени. Подводя черту, лучше всего наблюдать за выдержкой самостоятельно. Пейте чай раз в какой-то период, чтобы понимать, как он развивается. Это очень такой интересный эксперимент. Вообще, я предпочитаю, чтобы чай у меня на полочках не задерживался. Я покупаю и активно его пью. На полочке у меня разве что лежит несколько пуэров, которые я неспешно попиваю в течение последних нескольких лет. Речь идет о шенпуэрах. Но и они рано или поздно подойдут к концу, и я найду для себя новых фаворитов. В общем, я понимаю, что к данному моменту вы могли сделать только один вывод. В хранении чая нет ничего однозначного, определенного и непоколебимого. На самом деле, так во всех сферах жизни. С первого взгляда все понятно, и можно дать однозначный, такой приятный и понятный ответ. Но чем глубже погружаешься в тему, тем больше всплывает нюансов. Не смущайтесь, таков путь. Но общие рекомендации все же дают
сдать можно. Будет такая своеобразная памятка по сохранению чая в заваривательно-пительном состоянии. Итак, во-первых, берегите чай от посторонних запахов. Чайный лист легко впитывает аромат, поэтому лучше всего не держать его рядом с благовониями, кофе или специями. Ну и если вы храните чай на кухне, используйте герметичную упаковку, так как он не впитает в себя запах еды и не испортится. Лучше всего подойдут пакеты с zip-застежкой или контейнеры с плотно закрывающейся крышкой. Вот обязательно удостоверьтесь, что сама емкость, или там пакет, контейнер, чайница ничем не пахнет. Но вообще лучше просто не хранить чай на кухне. На моем опыте запахи просачиваются даже в самые плотные зипы. Лучше завести в нейтральной комнате отдельную чайную полочку и там хранить чай либо в наших пакетиках, либо в специальных чайницах, которые также у нас вот на сайте имеются. От прямого солнечного света тоже чай лучше беречь. Вот чайный лист чувствителен к солнцу, поэтому лучше всего хранить его в непрозрачных чайницах. Если же предпочитаете держать в стекле, лучше убирать заварку в шкаф или в ящик. Используйте для разного чая отдельные коробки. Это тоже к теме смешения ароматов. Отдельный чай, отдельная емкость. Чайницы, кстати, можно промывать и, хорошенько высушив, использовать повторно. И отдельно про холодильник. Ребята, просто не надо. Это еще имеет смысл делать в Китае, где зеленые чаи и светлые улуны хранятся в промышленных масштабах и продаются весь год по всему миру. Но тягать из морозилки и обратно условный 250-граммовый пакетик с тягуанинем просто нет смысла. Он обязательно впитает посторонний аромат, плюс можно пострадать от конденсата из-за резкого перепада температур. В вакууме можно, но я уверяю вас, что это бессмысленно на уровне частного бытового потребления. Вакуумная заводская упаковка в целом пойдет, не считая того, что чайный лист травмируется при вакуумизации. О дозревании чая в вакууме речи, естественно, не идет. Лучше всего для хранения чая подходит чайница, либо фольгированный пакет с zip-замком. Он ничем не пахнет, не пропускает свет и другие запахи. А пуэры в блинах вообще лучше всего живут в своей оригинальной бумажной упаковке. А еще для пуэров бывают такие чехлы-пеналы, тоже для удобства транспортировки и хранения. Вот такое видео. Напишите в комментариях, где и в чем вы храните свой любимый китайский чай в промежутках между чаепитиями. Если видео понравилось, не поскупитесь на лайк и подписаться на канал не забудьте. Оставайтесь на чайной волне. Чай на мастерской, лучший китайский чай. Лучший китайский чай. Чай на мастерской.